Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма «Постскриптум. Контраргумент». Вчорашня розмова присвячена реформі ЖКХ, тобто переходу з відомства жилищно-комунального господарства у об'єднання співвласників багатоповерхових будинків нашого житла, викликала таку хвилю глядацької реакції. Було вчора стільки дзвінків, що ми просто не встигли обговорити ще декілька аспектів цієї теми, а саме поговорити про певний академічний склад її, тобто про те, що взагалі представляють собою ті документи, за якими буде відбуватися перехід, передача багатоповерхових будинків у власність їх жителям. Сьогодні в нашій програмі беруть участь Ігор Пух, блогер, журналіст, громадський діяч, і Вадим Чудайкін, член групи по виробці, по написанню дуже складної, як на мене, програми комунальної щодо реформи комунальному господарстві. Скажу відверто, я так і не навчився виговарювати цю довгу назву, і тому просто делегую цю честь Вадиму Ігоровичу. Єдина государственна система моніторингу енергоресурсов і жилищно-комунальних услуг. Ну, я должен сказать, что человек, который способен заполнить такое название, наверняка является крупным экспертом в этой области. Ну, раз вы начали, вам и продолжать. Итак. Мы вчера на программе несколько углубились в детали, в дороги, в разрушенные дома, но должны были поговорить о другом. Что нас ждет в связи с принятием нового закона по УСМД? Нас ждет следующее. Нам предлагают небольшой выбор, по большому счету. Либо вы создаете УСМД, либо обществом совладельцев жилья, вернее, обществом владельцев большинством голосов назначаете себе управляющего, либо вам управляющего назначает городская власть. Выбор на самом деле невелик, и на самом деле это лишь узаканивает ту нехорошую ситуацию, которая сложилась в жилищно-коммунальном хозяйстве. В чем дело? Если мы представим, что мы едем в поезде, да, и мы приватизировали купе этого поезда. Я простым языком хочу объяснить. Приватизировали купе этого поезда. У нас был начальник поезда, была проводница, которая отвечала за чистоту туалетов, за уголь, за кондиционеры, за окна. В итоге проводница приватизировала себе купе проводников. И нам говорят: ребята, теперь приватизируйте весь вагон и ремонтируйте. Хотя должны были ремонтировать совместно с нами. И мы сдавали деньги на ремонт. Покупая билет, мы оплачивали, да, весь сервис. Оплачивали весь сервис. Нам говорят: нет, ребята, это теперь ваши проблемы. Это ваш вагон, проводница. Хотите, оставляйте эту, договаривайтесь лично с ней. По европейским нормам доплачивайте 10% за все услуги. Либо на каждой остановке будет заходить какая-то новая проводница и оказывать вам услуги, чистить окна, там, мыть там, и так далее. По большому счету, это игра в наперстки. Это ни в какие рамки не лезет. Это понятно любому человеку. Человек оказывается один на один с проблемой своей. То есть мы сейчас все должны стать теплоэнергетиками, значит, специалистами в технических каких-то проблемах своего дома, либо делегировать это непонятному человеку, либо непонятного человека назначит нам власть. Кого назначит власть? По всей видимости, это будут те же ЖЭКи. Просто у нас появится лишняя статья расхода. Поэтому ничего хорошего этот закон не несет. Вместо того, чтобы мы создали нормальные рыночные правила, о которых наука говорит уже добрый десяток лет, даже более. Причем наука и на киевском уровне, и на местном николаевском уровне неоднократно поднимала этот вопрос. Мы знаем, как навести порядок в этой отрасли. Мы строили корабли, мы запускали ракеты. Неужели мы не можем навести порядок в какой-то небольшой отрасли, достаточно серьезный, по большому счету, но комплексный порядок, европейский порядок. Мы это можем сделать. Это было сделано на общегосударственном уровне.
была создана система с серьезнейшими институтами, институтом кибернетики, институтом экономики Гейтса, которая создавала рынок и энергоуслуг, и рынок ЖКХ. В итоге, я повторюсь опять-таки, когда была система поставлена в одной из областей, мы увидели, что услуг оказано на 82 миллиона гривен, а нам насчитали услуг 620 миллионов гривен. Причем 82 миллиона гривен подтвердил каждый поставщик услуг. Куда это годится? Ребята, создавайте общегосударственную систему. Была создана общегосударственная система. Депутаты ее тормозят. На местном уровне наука тоже бьется над этим давно. Вчера основной вопрос в передаче звучал следующим образом. Где деньги, ЗИН? Мы сдаем деньги, они должны накапливаться. Кто будет делать ремонт? Неужели, как товарищ Бендер, где Ферзь, он убежал, мы все должны за ним гнаться, за этим товарищем Бендером. Смотрите, методика учета накоплений и полученных услуг потребителями жилищно-коммунального хозяйства, эксплуатационные документы на дома, инженером Николаевским Кашеваровой, разработана еще в конце 90-х годов. С конца 90-х, такая активная женщина, с конца 90-х годов, вот ее переписку я взял, это переписка с органами власти, с местными, с министерствами, все говорят, замечательно, замечательный подход, но извините, тогда же будет видно, где наши накопления и получены ли услуги, все будет фиксироваться в журналах, никому это не интересно. Сейчас внедрение подобных методик на местном уровне просто жизненно необходимо владельцам домов. Иначе все опять окажется... Понимаю, спасибо. Вот я понял, как бы ваш главный посыл. И, в принципе, он продолжается. Вот на прошлом постскриптуме мы тоже с вами встречались. Как бы есть документы, которые просто настолько очевидным делают вещи, которые сейчас старательно скрываются, что, в общем, невыгодно никому их принятие, потому что слишком много народу. Как на местном уровне, так и на государственном. Знаете, как та история про то, куда же налоги деваются. Ну вот поставь там 10 человек в ряд, и дай, чтобы первый последнему передал сало. К концу, конечно, кусок сала дойдет, но у всех на руках тоже сало останется. И сразу станет понятно, где остается сало. Ну вот, я не случайно пригласил вас двоих с Игорем, потому что Игорь представляет такую, знаете, абстрактно-обывательскую позицию. То есть, не обладая всем вот этим вот аппаратом ваших знаний, он судит с точки зрения такого, знаете, здравомыслящего среднестатистического жителя. И вот мы вчера говорили, удивительно, мы ехали вчера домой, говорили об этом, я пришел... в машине. Пришел, начали с моими домашними обсуждать проблему, и те же точно, вот буквально слово в слово ситуация. Значит, девятиэтажный дом. На крыше начинает течь крыша. Ну, давайте же собирать деньги. Как-то, ну, у всех же потечет, всем будет плохо. Нет, ты там на девятом этаже, максимум на восьмом, вам течет, вот вы и занимаетесь. Я на первом, мне тут нечего на вас деньги тратить. Ладно, как-то там люди собираются, тратят, делают крышу. После этого через некоторое время начинается течь в подвале. Комары, вонь, сырость, первые этажи просто отклеиваются обои. Начинают ходить уже жители первого этажа. Давай в первый, второй, так его там достает. Давайте же скинемся, сделаем что-то, подвал, наш общий дом. Да нам зачем? Ну, на нас не дотягивает, это у вас. То есть человеческий фактор, в принципе, тоже есть. Я говорю, удивительно, но вот мы говорили об этом машине, я пришел домой, мне рассказали такую же историю, как бы из другого дома. Говорили про девятиэтажный, рассказали про пятиэтажный. То есть... это даже не наши какие-то вот досужие абстракции, а это реальные истории из жизни николаевцев. И как в этой ситуации, мы показывали несколько достаточно интересных сюжетов, сейчас посмотрим еще один из Очакова, о том, как люди собираются и все-таки находят между собой какое-то согласие в плане того, как навести порядок. Нам сказали вчера, помните, хотите вы, не хотите, чем раньше заберете дома в собственность, тем быстрее начнете этим управлять, потому что деньги у вас как крали, так крадут, и никто вам их не вернет. А были предложены совершенно простейшие выходы из ситуации, вот даже в Николаеве. Подобные выходы были предложены и в Киеве при решении системных вопросов. Создайте два счета. На одном счету будут накапливаться деньги, которые должны идти на текущий ремонт. На другом, пожалуйста, отчитывайтесь за услуги,
заходят деньги, вы отчитываетесь, ставите галочку в определенном журнале в доме, оказана услуга или не оказана. Но у тебя есть счет, где накапливаются деньги. Да, ты можешь объединяться в кооперативы, в ассоциации, кого-то кредитовать этими деньгами, чтобы они не лежали. Когда подходит у тебя время, тебя прокредитовали. То есть совершенно простейший выход из ситуации. Ну, вы слышали, нам вчера вот представитель городской власти, собственно, представитель же ЖКХ, департамента ЖКХ, раз за разом прямо повторял: вы ничего не понимаете, вы некомпетентны, денег нету, и самое главное, что их и не будет. То есть те ходы, которые вы предлагаете, ну, казалось бы, понимаете, вот что меня поражает, да, вот Игорь сейчас замолчит, вот... Поставили эксперимент, передали часть ЖЭКов частным собственникам. Ну, частный собственник более эффективен, может. Оказалось, что это абсолютная катастрофа, и частный собственник не только не более эффективен, но еще, может быть, и более воровит. Более воровит, да. Эксперимент не прекратился. Ну, как бы мы же передали, мы знаем, кому передали. 2-3 семьи в городе всем этим владеют. Священные коровы трогать нельзя, потому что опыт вот этой вот мансарды на кинотеатром «Пионер» показал, что вы там хоть в лепешку расшибитесь, а никто ничего не сделает, потому что нельзя трогать священных коров. Ну вот, как бы, хорошо, вы понимаете, с этой стороны нельзя. Ну давайте все-таки как-то вот власть сделает шаг навстречу людям, проведет такой эксперимент. Эксперимент же с частными ЖЭКами произошел, ну давайте сделаем вот с честной оплатой эксперимент. Но эксперимент попробовать жить честно и честно разрабатывать деньги, по-моему, неприемлем просто по определению, Игорь. Ну, у нас, смотрите, зайдем еще с одной стороны. Ну, такой, я постараюсь кратко. Многоквартирный дом, любой, пятиэтажный, девятиэтажный, ну, возьмем девятиэтажный, да, более поздних построек. Квартиры, как правило, в основном приватизированы в доме. Значит, люди, приватизировав квартиру, до того, после того, делают ремонты в квартире. Кто лучше, кто хуже, вкладывают немалое средство, там, меняют коммуникации, там, потолки, там, ну, в общем, делают ремонт. В это же время подъезд, все, что за пределами квартир, это ЖЭК. Да? То есть, неважно, получастный, либо коммунальный, это ЖЭК. Подъезды, если жильцы, опять же, не вкладывают свои деньги, подъезды остаются страшными, как наша жизнь, условно говоря. За пределами дома ответственность ЖЭКов прекращается. Ну вот, граница дома, да, там настает ответственность уже компании, которая, то есть газ, вода и тепло, которые подводят, подводящие трубы. Да? То есть у нас как бы разделено на три части. И сейчас вот эти части, я так понимаю, с помощью этого закона хотят как бы попытаться объединить и людей вынудить, ну, как бы отказаться от старых схем, перейти как бы к новым. Но есть еще одна громаднейшая проблема, мы вот с Вадимом до передачи обсуждали, пытались обсудить, это монополисты, естественные монополии. То есть у нас не существует рынков. То есть, если мы условно на сегодняшний день, даже не пользуясь услугами ЖЭКовских, там, электриков, сантехников, потому что или их нет, или мало, там, не хватает и так далее, мы можем позвонить, вызвать, заплатить деньги, и человек сделает, да, что нужно в квартире, то выбрать себе, например, поставщика мусора, вывоза мусора мы не можем, да, нет рынка. Еще более ужасающая проблема с поставщиками газа, воды и тепла, и электроэнергии. Рынка нет. То есть нам предлагают как бы люди, ну, мы же в рыночных условиях живем, да, Арсений Петрович, наш премьер-министр, постоянно говорит о неких рыночных тарифах, а рынка нет. То есть мы как бы в условиях такого недорынка, но в то же время нас выталкивают в этот рынок. То есть, как Ярослав говоришь, экспериментировать пытаются. Согласен, поэтому создавай ОСНД, не создавай. Без принятия закона 1640 и внедрения единой государственной системы, которая создает рынок, мы не сдвинемся никуда. Что такое рынок? Я буквально 2 секунды объясню, потому что людям это зачастую непонятно. Как в одной трубе может быть несколько поставщиков? Я объясняю. Есть добытчики, да, есть поставщики газа. Заходит в трубу, что такое имплементация третьего энергетического пакета? Это когда труба отдельно, поставщики отдельно. И человек покупает у поставщика.
и его не имеют права уже не пустить в трубу. Рынок купил у поставщика, рынок оплатил транзит и предоставил услугу человеку конкретному. Человек имеет право на выбор. Хочет купил газ у этого поставщика, хочет тепло купил на одной ТЭС, хочет на другой. В трубу не имеют права не пустить нового поставщика. Хочет электро... В связи с естественным монополием их не пускают. Конечно. Ну, это как было с Укртелекомом. Наши колодцы не вас не пустят. Да. Подождите, колодцы это государственные. Ну мало ли, а теперь мы приватизировали, теперь наши. Этот вопрос решен на законодательном уровне концептуально. Мы сказали, мы имплементируем третий энергопакет. Но чтобы его имплементировать, необходимо создать систему. Систему создавать уже не надо. Она уже создана, отработана тысячами серьезнейших ученых. Систему надо внедрять. Голосуйте за внедрение. Почему не голосуются? Ответ простой. Сотни миллиардов у нас просто воруют. Поэтому система не голосуется. Опять-таки, почему депутаты первое чтение голосуют конституционным большинством? Второе чтение получают, я не знаю уж по сколько денег, даже если по 100 тысяч долларов они получат, это все равно копейки для монополиста. И убегают из зала. Все. Они убежали из зала, первый раз 316 голосов, второй раз остается их 32 человека. Как это так? Ну это же смешно. Это вопрос к народным депутатам уже. Это не позволяет нам решить вопрос в комплексе, создать правила игры. У нас каждый двор играет в свой футбол. В одном босоногие мальчишки скатали мячик из чего-то, поставили два камня и бегают. В другом, не знаю, там и сетку какую-то натянули. Нужны правила. Что такое футбол? Это стандарты. Стандарты мяча, стандарты поля, разметка, судьи. Мы должны уметь, иметь право крикнуть «судью на мыло». Пожалуйста, голосуйте закон. Мы сейчас давайте, должны депутатов заставить проголосовать этот закон. Я для того и собираю в этой студии часто представителей разных политических партий, чтобы они слышали на самом деле то, что действительно волнует людей. Кстати, мне очень понравилось, вчера один из наших участников, представитель партии «Батьковщина», уже после передачи говорит, слушай, мне говорит, так полезно было, я говорю, теперь понял, о чем с людьми разговаривать, я как бы не в этой теме, но я вот понял на самом деле какие-то скрытые механизмы. Однако вот мы говорим о том, что в одном дворе босоногие мальчишки играют, а в другом уже даже бутсы появились и деньги на сетку нашлись. Вот я хочу посмотреть и показать всем сюжеты из Очакова, которые вчера мы посмотреть не успели. Мне кажется, конечно, что это в известной степени, знаете, исключение, которое подтверждает общее правило, но с другой стороны, это как раз яркая иллюстрация того, что даже при нормальных тарифах, там люди говорят о том, что они платят, в общем-то, очень средний тариф, можно при наличии хозяина, который не станет сам у себя воровать, организовать достаточно пристойный сервис. Давайте посмотрим. Вже зараз члени об'єднані співвласників багатоквартирних будинків з посмішкою згадують 2010 рік. Тоді люди не знали, як на практиці буде діяти ОСББ. Було багато запитань. Втім, очаківці ризикнули, прорахували всі за та проти. Об'єднілись ми, тому що коли ми були раніше, відносились к ЖЕКу, нам ніяких условий не було. У нас тут не производились ніякі роботи. А зараз... Деньги, которые люди собирают, сдают, оплачивают квартплату, мы имеем возможность сделать ремонт. Так мешканці будинку спільними зусиллями відремонтували водогін, замінили старі труби на металопластикові. У підвальних приміщеннях поставили залізні двері. Дохід об'єднання близько 5 тисяч гривень. Це квартплата, яка залишається в розпорядженні самих людей. За 5 лет мы сделали очень много для нашего дома. Это руками и жильцов. Мы выходим на субботники. Сейчас у нас заканчивается реконструкция старых окон. Мы перевели уже 5 подъездов в пластиковые окна. Мы поставили свои двери, как вы сами видите, с кодовыми замками. И на каждой двери табличка, какой подъезд, по какой. Вот. Ну, конечно, очень тяжело в том, что наш город маленький. В нашем доме проживает 172 человека. Вот. Из них... Очень много пенсіонерів, безробітних, тому тариф ми на своє жилье ми не можемо підняти. Також за кошти мешканців будинку наймаються робітники, двірники та садівники. Територія поруч з будинком завжди прибрана та охайна. Люди, в свою чергу, привчаються до порядку. Зробили в під'їздах ремонти в трьох, окна в трьох під'їздах поставили, цоколь отремонтували. Ну, в общем, очень много. Сделано. Ну, еще, конечно, работы много.
эти понакрывали подъезды. Много здесь. А как же? Очень. Мы старые жители, например, очень увидели результат хороший. На майбутнє у Чаківці планують тільки поліпшувати стан будинків, замінити вікна у під'їздах, де-не-де, електропроводку та каналізаційні системи. Ми слухаємо положительні відгуки і далі будемо працювати в цьому напрямку. Зараз в Чакові нараховується 83 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Це майже 80% від загального житлового фонду міста. В стадії розробки – долучення до ОСББ ще декількох об'єктів. Це вже, будемо говорити, потрібно йти в ногу з часом. Потому что ну, те старые представления об эксплуатации зданий и сооружений, они уже должны быть как-то по-другому рассматриваться. Никто не говорит, что ОСББ – это есть панацея от всех бед. Вот, будет день, вот, пойдут люди дальше в этих всех вопросах, и, может быть, какие-то существовать и другие организации. Отже, у нас лишилося зовсім обмаль часу. Втім, хотілося б сказати, що, напевно, праві вчора були ті наші гості, які казали, хлопці, немає у вас іншого виходу, вам все одно доведеться перетворитися на ОСББ. Отже, чим скоріше ви це зробите, не чекаючи, поки приймуть нормальні закони, не чекаючи, поки впровадять ті правила гри, про які ви кажете, тим менше у вас крадуть. Адже усі розуміють, що у вас крадуть, і сподіваюся, що це сюжет тому підтвердження. Просто як скоріше ви станете власниками власного житла, тим швидше ви просто схопите ваших крадіїв за руку і відведете її в сторону від ваших грошей. Напевно, що так. Ментальність наших людей наступна. Якщо нам обіцяли з 92-го року постанова Кабміна, совместне участие в першому капітальному ремонті з першим собственником, зараз этот закон отметает эти условия. У нас народ не будет спешить в ОСББ, насколько мы знаем ментальность этого народа. Скорее всего, будут создаваться домкомы. Домкомы будут контролировать работу управляющего и ждать, пока государство сможет системно решать эти вопросы. Для того, чтобы их просто не выбросили на улицу со своими проблемами. Игорь, ну буквально полторы минуты. Вот ты как житель дома. Подходит время создавать ОСББ, потому что других вариантов нет, уже ЖЭКи закрываются. Ну, честно говоря, мое очень личное мнение, я лично против ОСББ на сегодняшний момент. Мало того, я скажу, что у меня квартира даже не приватизирована, потому что я не вижу в этом никакого смысла вообще на сегодняшний момент. За исключением там продать, подарить, ну пока не нужно. Вот. А смысла приватизации квартиры ее не было и нет, если не нужно ее продать. Вот. И последнее, что я хочу сказать, отходя от как бы низовых, да, таких вещей, путь в Европу заключается не в отмене полностью одного и замену другим. В Европе есть совершенно разные, в разных странах, в Евросоюзе, совершенно разные формы управления домами. Есть муниципальная собственность, от которой никто не отказывается, так называемое социальное жилье. Оно не самое крутое, но оно есть, потому что не все люди одинаково богаты. А есть частное жилье, есть совладельцы жилья, а есть один собственник многоквартирного дома, который в наем сдает квартиры. Там рабочая миграция, и людям это удобно. И далеко не все люди там стремятся купить квартиру в Евросоюзе. А у нас пытаются это все, вот вы купите, приватизируете, а вот это будет ваше, вот тогда вы будете заботиться. Ничего подобного. На самом деле это все гораздо глубже. Нас пытаются просто ну, резко поменять правила игры. І все. Отже, на жаль, час наш закінчився, і напевно, що можна було б ще багато про що казати. Втім, я думаю, що єдиним результатом, до якого ми разом дійшли, є те, що треба принаймні боротися за свої права. І якщо нам вже нав'язують певні правила гри, то хоча б у рамках цих нових правил, від яких ми вже ніколи не можемо дітися, все ж таки захищати власні інтереси тими засобами, які надає нам закон. Дякую, що були з нами, на все добре. Побачимося у четвер, 19:30, як завжди, у програмі «Контраргумент» у цій студії. На все добре, до побачення.